конечно, дорога от Китала до города Кисуму занимает больше 4 часов. Но что очень интересно в этой дороге, что когда выезжаешь из города Китала, проезжаешь Транзония Каунти и выходишь уже на территорию Какамеги, ты проходишь первый порог через горы. Ты выезжаешь как бы на следующую долину, но на самом деле ты еще очень высоко в горах. Когда проезжаешь Какамегу, ты проходишь следующий порог за Какамегой, когда ты еще раз прямо очевидно идешь глубоко вниз с горы. И третий раз это уже находится вот здесь, уже в черте практически города Кисуму, когда ты реально выходишь из гор и выходишь на долину, которая практически, ну, сколько нам даже известно, ниже уровня моря, и здесь достаточно жарко в этом городе, то, конечно, вид сюда на долину, на краю, ну, как бы границу озера Виктория, ну, конечно, просто потрясающий. И вот мы уже въехали уже в черту города.